И всем привет! В этом видео я расскажу, как легко и быстро фармить конфеты в Слабатос. Досмотрите это видео до конца, потому что вначале я расскажу о перчатках, которые подойдут для фарма, а потом же расскажу всю основную суть, так сказать. Для этой тактики вам понадобится просто определенное количество слапов. Итак, сперва заходим на маленький сервер, но не на самый маленький сервер из списка серверов. Потому что если вы зайдете на первый попавшийся, то сервер будет фуловый. Потому что, ну, вы же не одни, и все заходят просто на маленькие сервера, чтобы легко было фармить конфеты. Просто что нужно сделать? Просто заходим в серверс, нажимаем Ascending и листаем немного вниз. И там уже выбираем вам любой понравившийся из серверов. Итак, первое для лучшего фарма вам подойдет, конечно же, перчатка Dream. Она недорогая и одна из лучших перчаток для фарма. Клауд очень удобная для сбора конфет вообще на всей карте, но она немного дороговатая. Спарки очень быстрая, однако ей тяжело управлять на большой скорости. Сиха со своей способностью дэша и киллер фиш, однако она стоит робуксы и покупать ее не советую. Так она всего лишь на одну жизнь, то есть ты умер и потерял. А если вы не знаете, как туда попасть, то просто пишите в лобби в чат киллер фиш на английском. И всем. Итак, а если я вам скажу, что Клауд лучшая перчатка для фарма, даже лучше, чем Dream, то вы все увидели, я решил вам показать, как мы одновременно бежали до конфеты. По сути, Dream должен был меня догнать и обогнать. Однако, Клауд оказался быстрее. А вот теперь я расскажу подробнее, как я это сделал. Это фича, благодаря которой ты летишь быстрее. Что для этого нужно? В то время, когда ты летишь прямо, ты набираешь, по сути, стопроцентную скорость. А если, когда ты летишь, нажать одновременно право и прямо, ты начинаешь лететь, можно сказать, в полтора раза быстрее. Если непонятно, то сейчас еще раз объясню. Твоя задача — просто нажать две клавиши, прямо и направо, то есть V и D. Также это будет работать, если ты нажмешь V и A, S и A, и S и D. Благодаря этому ты будешь лететь быстрее, чем даже перчатка Dream. Однако могут быть и такие проблемы со сбором конфет, как у меня. Но не знаю, как вы, благодаря этой тактике я смог нафармить вообще легко 2000 конфет. Поэтому пользуйтесь. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, это видео вам помогло. И я немного опоздал, конечно, с выходом этого видео аж на целых 5 дней. Однако о данной фиче я узнал только сегодня. Ну, все. Поэтому всем удачи и всем пока.